Внесли в Госдуму на законодательство, да, сделать коммерческой смежной государственной тайну о том, как наши предприятия, государственные и частные компании, борются с санкциями, какие они находят там обходные пути их и новые рынки. И вот просто хотел узнать, насколько это на самом деле важно, вот это засекречивать, и как бы отношение бизнеса к этой идее. Нужен такой закон или нет? Я пока не знаю, я не проанализировал сам. Одно могу сказать, что, естественно, наши предприятия сейчас будут делать все возможное и невозможное, там, правильное и неправильное, чтобы наша продукция все-таки оказалась на санкционных рынках в том или ином виде. И таких предложений уже много. Большая правда и оправдание, они все-таки должны свои коллективы, да? Да, и здесь мы совершенно не стесняемся, мы говорим, ребята, как... Нам, при том, мы же здесь ничего не нарушаем на самом деле, и никто ничего не нарушает. Просто есть санкционный режим, который, видимо, как-то все равно можно обойти, потому что бизнес это живое такое всегда, да, он будет искать, как вода, ручеек какой-то, куда должен потечь. Он не может там никуда не течь, да. Поэтому будут находиться сейчас маршруты, механизмы, там, обхода, не обхода, там, заувалирование продукции, там. Смена сертификатов, там, стран происхождения, переработки дополнительные. Это все сейчас идет, это все развивается. Эти каналы пытаются налаживаться. Я пока не знаю, как это будет выглядеть. Никто, наверное, не знает. Потому что мы сейчас на пути таком опытном, экспериментальном, скажем. Сейчас все пытаются там что-то, чего-то куда-то отгрузить и посмотреть, как это работает. А дальше будем смотреть. Чтобы засекретить эту информацию, я не знаю, как ее можно засекретить. В любом случае, наверное, чтобы не подставлять наши российские предприятия еще под какие-то дополнительные санкции, да, неплохо бы скрыть, какие предприятия будут вот такими каналами пользоваться, если эти каналы будут. Чтобы дополнительные нагрузки еще не получить какой-то отрицательный там из-за рубежа. Хотя уж не знаю, куда еще больше нагрузка-то, так уже...